Лежу, никого не трогаю. Тут сова за ногу схватила. Да? Перепелку-то съела. Кто там крадется по мне? Ты что там принесла? Ну, спасибо. То есть ты будешь это есть здесь? Не чавкать только громко. Да ладно, не обижайся. Все понятно, я не буду подглядывать ее. Сегодня первый раз туда ушла есть на кресло или просто тщательно скрывала это свое умение. Ты будешь там, да, есть перепелочку? Или ты просто ее положил туда? Ну ладно. Ёль, ты ее забери оттуда. Глаза такие красные. Она дома ночует, потому что на улице сейчас бесконечно мелкий дождик. И очень холодно. Ну, неприятно, она даже не просилась на улицу. Да, сова. Ночью посиди тут. Чё там? Кого ты увидел на потолке? Что там такое? Спать. Ты как это делаешь? Ого, взяла стул, развернула. Ёль. Ты там такое интересное все делаешь, что я так спать не буду, буду смотреть, что ты там творишь. Да? Угла. Давай я переложу перепелочку тебе на окно. А то ты на нее заводишь и на нее накакаешь. Хорошо? Сова. Как в фильмах ужасов, хруст такой зловещий за шторкой.
чавканье.